Вот наша Кабардинка. Мы отсюда начнем путь на Безумную гору. Так она называется? Кого? На Безумной мы были, Оля. Сейчас мы на Совхозную пойдем. Ах, вот она как. Да. Понравилась эта тропинка. Вон, куда мы опять вниз идем? Совхозная имеет высоту 717 метров. Это самая высокая точка Махотского хребта. Ну, чуть-чуть заблудились. Не там зашли в лес. А только начали. Ну, нормально. Это наша ситуация обычная. Мы если не заблудимся, как так-то? Ну, конечно. Совсем неинтересно будет. Да? Нет, нет, прямо. Еще рано. За вот этой базой надо искать тропинку. Смотри, чтобы пчелки только не укусили, а то ты можешь такая схватиться. Да. А пчел много, смотри. А зачем сетка здесь нужна? Ну, чтоб разные, которые хотят чего-нибудь в жизни свести, не исполнили. Ух, ветерок какой. Ну да. Ой, смотри, вот бухточка. Ну это, вот, наверное, тоже какой-нибудь отельчик, да? Прилегает. Направо пока поверни, давай посмотримся. Расскажи, как я тебе с первого раза тропу нашел? Вообще, я не знаю, это как можно вот так смотреть? Наверх поднялись, спустились, опять поднялись. Мы где-то пропустили чего-то. Я ему показываю, вот сюда, вот сюда. Нет, то там где-то, вот там. Это что это такое? Ля-ля. Да. Мы с тобой уже сегодня прошли 3 километра, а мы еще даже от машины почти не отошли. Вот именно. Надо где-то посидеть. Ну давай где-нибудь тенек. Не, конечно, тенечек. Только... Там тропинка. Да. Посмотри на телефон. Да? Да, Вова. Не надо вот на бум идти. Я знаю. Ну. И чё, и куда вот? Вот. Точно? А ну. Короче, Лёля. Да. На тебе телефон. Сегодня ты проводник, потому что я сегодня что-то блуждаю. Да, вот именно. Дай. А смотри, тут, видать, старая дорога проходила, потому что вот такая кладка была, где старые дороги. Ну давай, сейчас, ищем тенек. Ай, вот тут колючка. У меня уже посидеть случился. Ай, колючка. А вот яблоня. Ну вот она. Ух ты, а ты посмотри, какая она крупная, Вов. Ну это цвет крупный, так-то это. Это одичавшая, видать, кто-то грызок выкинул. Так, что там показывает, куда идти? Вон туда, куда я иду. Да? Да. Так что я все правильно думал. Думал, но не туда делал.
Мелкие, да? Угу. А ты чувствуешь запах? Ну, это можжевелом пахнет, это не они пахнут. Да? Да. Ты ж видишь, кругом можжевел, вот. И старый можжевел, такой уже повидавший, видишь? Такой впечатление машины проехали. Да, скорее всего, Оля, сейчас же эти пикники были. Кто-то там на такой серьезном аппарате раз и проехал сюда. Лёлей, а зачем ты штаны сняла? Нафига? Шорты, что, уже жарко стало? Серьезно говорю, смотри, я такой думал, что такое? А это кактусы. Ух ты, у нас растут кактусы. Вон, видишь? Вот тут где-то есть целое поле, по-моему, с той стороны базы целое поле вот этих кактусов есть. И говорят, они очень красиво, когда она цветет. Обалдеть. Не думала, что могут они здесь расти, если честно. Обязательно потрогать. Не, просто он, видишь, отвалился. Пойдем. А то мы с тобой столько уже идем, а всего поднялись на 70 метров. Даже 100 еще метров в гору не забрались. Такими темпами это да. Ой. Да ты моя золотая. Смотри. Вон, видишь? Такая небольшая. Моя девочка. Или мальчик. И даже не прячется, Вов. Ну так смелая. Погладь ее. А все прячется. Прячется мой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ломануло. Гля, деревья валят. Все. Да все, мы тебя не будем трогать. Не трогаем. Черепашка, да? Да, елки-палки. Кепку потерял. Обалдеть. А? Ну вот, видишь, а ты говоришь. Уже первое дикое животное встретила. То мы раньше зайцев встречали, каких-то тушканчиков, а теперь ну да. Черепахи. Прям... Здорово. Лёсик, первые 100 метров набрали. А еще сколько? Так смотри, 100 метров, а мы уже что-то видим. Да, море. Вон наш Новороссийск. Вон Кабардинка. И вроде бы все рядом. Ну да. Надо маленькими глоточками пить. Да. Так в том-то дело, мы не идем, а пьем и писаем. Так. Че так? У нам нас... еще... Нам еще надо подняться 6 раз по столько и небольшой довесок. Не пугай мы меня. Одну раньше седьмую времени. Часть. Одну седьмую только по высоте набрали. По километражу еще не знаем. Мы только 4 километра прошли. Отдыхать надо. Хорошо. Мы же гуляем. Да, гуляем. Мне кажется, наверху там такой ветруган. Вон, смотри, тоже кактусы. Вот они. Ух, на, это, на этом склоне их много, оказывается. Вон, вон. А вон, смотри, прям поляна их. Да. Надо же, растут. Вон с этой стороны дороги. А их кто-то высадили? Я не знаю, Оль. Откуда ж я знаю? Я слышал, но ни разу не натыкался. Ой. Мы ж видишь, мы с тобой на Безумной уже сколько раз были. На Мархотском хребте. Это на Лысой. На Семигорке. На горе этот Большой Мархот. Квашин Бугор. А вот это вот совхозную мы вечно
по склону обходим и ни разу не были на вершине. Вот сегодня попытаемся, получится, хорошо, не получится, будет, как говорится, повод вернуться. Ты давай это, текилы сделаем, а? И нафиг нам эта вершина? Да. Ну да. А, я, видать, она переползала, ты увидела. Черепаха, привет! Ты нам не рада, да? Красотка! Красоточка! Шипит! Шипит, да? Ну, рот открывает. Сейчас возьмешь, она шипеть начнет. Оставь ее в покое. Пойдем, 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 заяц. Мы только 150 метров набрали. Вот то безумно. Мы уже с тобой на ней были. И не один раз. Кому интересно, ссылочку оставим под видео. Вот это не помню, как гора. А нам вот на эту надо, Оля. Ну, получается, сейчас мы вот на эту поднимемся, а потом с переходом пойдем на ту. Другого варианта у нас нету. Посмотрим, а потом, может, через безумную уйдем. Если мы еще поднимемся. Что это за дерево? А? А кто разбирается? Вот чтоб в интернете нашла, что это за дерево, и рассказала мне. Красота там. Ой, наша тропинка. Ну я же тебе говорил, там идет сначала как дорога, а потом типа тропинка показывает, даже на карте. Может, оно даже и к лучшему. А потом опять как дорога. Может, вот тут мы по леску сейчас будем идти? А потом опять будем по жаре. Тут хоть какой-то тенек маломайский. Да я посмотреть. А, ну что здесь? Высоко? Ну да. Такое ощущение, как будто уже забрались. Да нет, мы только на 175 метров поднялись. Ну это ж гора. Ну да. Понятно. Мы будем идти, что нам показывает карта. Ковыль уже, видишь, зацвел. И вот это дикий тюльпан. У тебя курточка в его цвет. Ну да, ты чуть-чуть полимонней. Угу. 200 метров набрали, Лёль. Ну вот так. Себе быстренько конфетку раз в мочь, а мне с мужем даже не поделилась. Вот ты жмотина. Возьмите. Жена с барского плеча дала. Одну. Одну, чтоб не обожрался, да? Спасибо, родная. Обед. Это обед был? А чё ж ты, я простянул, а то я его сразу раз и проглотил. Лёля. Вот это уже вид начинается. А? Согласись? 250 метров только. Маловато. Надо идти дальше. Давай. Идем. Что? Кактусы. Да я говорю, они вот уже 200. Я просто интересно, на вершине они будут. Вот сейчас 250 метров, кактусы еще растут. А вон кабардинка, видишь, как? Что, Олеся?
Здесь почему-то, когда смотришь, не видишь гору. Ну, сейчас разберемся. Но зато эту безумную, смотри, как уже видно. Мы там на вершине с тобой тусили. Женщина. Да. Женщина. Отдыхает. Разрешите пройти. А? Отползите в сторонку. Пока стойте на месте, пока я не отдохну. Да. Ну, а так выглядит человек, который поднялся в гору всего лишь на 300 метров. Нам так хорошо, что аж немножечко плохо, да? Мы дальше пойдем. Ой, я так хорошо заснула. А, Леся? Ну, пойдем еще чуть-чуть погуляем. Да? Да. Ну, ладно. Эх. 355 метров. Угу. Грубо говоря, половина. Но с учетом то, что мы сейчас на одну поднимемся, потом надо будет спуститься. Угу. Поэтому я даже не знаю, сколько нам еще в гору упереться. А водички мало, да. Потому что кто-то забыл. Так. Сейчас кто-то энергетический батончик схомячит, как да. Меня понесет в гору, как понесет. Я побегу. С чем батончик? С персиком. С персиком. Да. Я персики хочу. Не скоро у нас будет? Да я думаю, уже что-нибудь там или это турецкое, или это на рынке есть. Надо просто посмотреть. Яркий цвет, да? Насыщенный, синий. Красивый. А вот так вот сидишь, не замечаешь, не видишь. Ты знаешь, вот сидишь здесь, тепло, а ветерок подует, и он такой прохладный. Ну, вот ты заметила, пахнет как этим можжевелом. Вот тут сидишь, вот когда вот это, очень сильно. Да. А вот смотри, сколько тюльпанов. Вот сидели, сколько мы, минут 10 просидели, не заметили. А вот смотри, желтых сколько. Да, да, вижу. Надо будет через них пройти. Их там поляна. Ляли. Ну что, их много? Много, но ты лучше здесь постой. Тут твоя тема, видишь, колючки. Ой, нет, я их туда не пройду. Я сам пролезу. Уже поздно. Уже пролез. Ну да, вот они. Полянка целая. Красавчики. Ну вот видишь, я тут еще ни одного красного не встретил. Ага. Вот как мне отсюда вылезти? Лёлины любимые колючки везде. А, Лёль? Пошкарябался. Да, видишь, первая кровь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, кошмар. У меня есть влажные салфетки. Ладно. Воду доставай. Экономим воду. Сначала энергетический баллончик, а потом водичку. Все. Жизнь прекрасна. Какой баллончик? Водичка. Видно, что у тебя энергии поприбавилось. А? Леся, незаметная. Ты в энергосберегающем режиме идешь, что ли? Конечно. Ты думаешь, сейчас я как коплю, как побегу? Ну, я надеялся на это. А, и заснять, да? Ну да.
А вон тут смотри, сколько твоих желтых тюльпанов. А вон еще один. А вон еще один. Вот тут они уже пошли красные. Да. Вот как так? Желтый-желтый, хоп, один красный. Четыреста метров. Отсюда побыстрее, а то ветер. Интересно, камера передаст этот цвет? А солнце, когда светит, он как будто и блестит. Что такое? Запыхалась я. Нужно устроить привальчик. Ну, надо хотя бы до деревьев где-то. Вот. Прям насыщенный такой цвет. Да. Красивый. А? Красивый очень. Геленджик. Вот видите? Ну вот да. Анапа. Ой, это Анапа, Кабардинка. А вон Геленджик уже. Смотри направо. Склон. Одна травка. И бедненькое деревце. Одно единственное. Выскочка. Да? Вот мы... И там тенечек, между прочим, давай. Чего? Посидеть? Да. Ну вон садись, тогда уже тут. Хоть полянка, хоть ровно. Нет, ты вот мне вот скажешь посидеть. На какой цель мне идти? Ну вот видишь, вот так вот такая тут обстановка. Вот такая обстановка. Ну вон просто на ровной полянке хотя бы. Просто посиди. Хорошо, иди за мной. Куда ты пошла? На полянку сесть. Куда? Возле деревца. Это типа тень? Ну, что-то либо. Лёль, то ты когда-нибудь перестанешь меня удивлять? Ну, а где ты видишь тень? Ты не нашел. Пришлось мне самой как-то искать. Я буду тебя оттенять. Да? Да. Ладно. Давай. Опять ветер поднялся. Как начинаешь говорить ветер? Потом в видео опять одно шипение. Ну вот смотри, Лёся. Нам, короче, с тобой надо набрать вот туда. 230 метров. 230, а мы набрали уже 500. Ну мы 500, но мы же сейчас чуть-чуть спустились. Ну все равно.
куда. Ну смотри, блин, мы насколько спустились, а тут еще вон. Ну зачем так-то? Я не хочу. Я уже думал, сейчас 200 метров наберем и все. Ага. Так просто. Мы не сдадимся, да? Вообще обалденный, блин. А что такой дезодорант или там как освежитель воздуха не делает, да? А как раз ветер с той стороны вот сейчас. А и вот много, естественно, тут запах от них вообще идет. Ну да, и как раз в нашу сторону, а то идешь и балдеешь. В принципе, и, как говорится, и бухать не надо, я уже пьяный от запаха. Куда? Рассказывай, чё бежим? Куда бежим? Цель у меня там вверху. Преодолеть надо горку. Надо быстрее. Я так понял, что ты хочешь меня загнать, да? Тяжело, когда у тебя жена сумасшедшая женщина. Вот я прям вижу, вот тропиночка маленькая, тоненькая, но есть. Ну а здесь она где начинается? Чё, по кучерям? Ну, главное, колючек. Ой, опять запах пошел. Ну, опять это поле. Сейчас ты перешла, вот, повернула зигзаг. Вот мы шли, вот мы по дороге шли, вот по этой сейчас. Мы вот так, считай, обошли и поднимаемся. Слышишь, я некрасивая, смотри. А вроде просто какие-то колючки. Чего? Виновата? Я жива? Вот жалко, и камера была выключена. Ой. Ты чуть-чуть на нее не наступила. А как она выглядела? Как змея, Лёля. Вот как ты, только без очков. Аккуратнее надо. Сейчас этой твари, сейчас она злая. Поэтому аккуратно доходить. И это не желтобрук был. Лясечка, давай чуть-чуть, вон уже, видишь, отметка вершины. Вон она стоит. Сейчас до отметки дойдем, минуту, потому что все равно ничего слышно не будет, ветер ужасный. Давай, кто последний, тот дурак. А? Заяц, я верю, что тебе тяжело. А вон Квашин бугор. Высоты, это эталон, эталон. Вот тут будет четко 717 метров. Thank you.
раз, и мы на 200 метров спустились. Здесь хоть что-то слышно, а там наверху вообще ни хрена не слышно. Ну, да, ветер. И ветер такой, что я, у меня аж рюкзак, я чувствую, он меня разворачивает. Вот как, блин. А всего разница 200 метров. Видно, да? Что там такой ветруган наверху. Очень, да, сильный. Опять ничего не будет слышно. Ничего. О чего мы говорим? Один. Ну, ты вообще довольна? Очень. Что ты все же забрала-то. Все. Да? Покорила я гору. Покорили. Горы покорять нельзя. А что с ними? На них можно забраться. В нашем случае заползти. Сомневалась я, конечно. Да, да ты даже паниковала. Не, ну там ветер очень сильный. И она сама по себе, то, что, как сказать, одно название. Самая высокая гора Мархота. Но чтобы сказать, что там виды какие-то, это чисто вот один раз подняться. Я лучше на Безумную схожу. Пройду сквозь этот, как говорится, по Мархоту, по тропе прогуляюсь, по дороге. Но вот туда чисто на вершину, ну не знаю. Так, на любителя, да? Лысая, блин, ничего нету там. Вид, ну, с нашего перевала, с Андреевского, тоже красивый вид. С Безумной тоже красивый вид. Тут что, вот, некрасивый вид? А? Красиво. Че? Он тут попробовал вообще сказать, что некрасиво. Оль, а что ты не изучаешь название цветов? А? Сейчас бы я, Оль, что за цветы? Ты мне бы сказала. Вот это что за цветы? Непонятно. Вот это что за цветы? Не, ну сейчас видишь, сам вид красивый открывается. Потому когда ты поднимаешься, у тебя просто. Ну, у меня просто твоя попа перед глазами. Ну, на крайняк ноги. А сейчас я иду, я кайфую. Я вниз смотрю, я панорамой любуюсь. Я тебя не наблюдаю. Ой. А? Спускаться хорошо. Да? Да. Спускаться. Нам еще спускаться и спускаться. Еще метров 350 надо вниз по высоте спуститься. У-ху! Оттуда сейчас электричка, да? Ну да, ну что он старый, но он живой все равно. Вот видишь, он даже еще вон, видишь? Смотри. Вот как это интересно. Ну вот так вот. Ему... Мне страшно даже подумать, сколько ему лет. Вот это тоже, вот смотри. Вон, внутри он вообще весь разорванный. Да. Весь разорванный. Вон, посмотри, что творится. Но он живой. Ты что, почувствовала запах дороги, выхлопов, побежала, побежала она. А, Лёся? Сколько? 26 220 шагов. Подожди. Ты меня дуришь. А, ну вот, да, 17,5 километров. 17,5 километров за 6 часов 15 минут.
Потому что кто-то «я пить хочу, я писить хочу». Высоты у нас получился 979 метров. Ну то, что мы сначала на ту маленькую забрались, потом спустились, а потом на совхозную пошли. Вот у нас получилось 979 метров. Мы молодцы? Прилично. Молодцы? Да. Вообще. Здорово.